Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения игры «Ведьмак 2. Убийцы королей», и по счету уже серии будет 18 эпизод, 18 серия. Прошлая серия мы там, в общем, с позапрошлой серии, с 16 мы начинали проходить уже сюжетные квесты. Только лишь в этой главе, в первой главе Флотзом. И, в общем, там добыли уже этот, нашли этот Тинекост, создали эликсир, который нам пригодится, битве с Кираном, и думаю, к битве мы готовы так-то. Может, перейти, по-моему, поговорить с этой вот Шиалой, так, найти Тинекост, или вместе с Шиалой сразиться с Кираном. Почему «или» здесь написано, как бы... По-моему, наверное, все равно нужно будет с этой Шиалой разговаривать. Она у нас наверху, чтобы сразиться. Либо может просто поговорить с ней, потом сражаться мы будем уже одним, если найдем Тинекост. А если не будем искать Тинекост, то, возможно, будем сражаться вместе с Шиалой против этого Кирана. Ладно. Так. А, вот на втором этаже у нас. Здесь, в общем-то, второй этаж, оказывается, есть еще. Здесь, в общем-то, есть первый, второй этаж и еще подвальный этаж, если так можно назвать. Так, где у нас она находится? За этой дверью. А, вот она здесь живет-то. Ну что ж, поговорим тогда, что ли. Это что еще такое за... Устройство, наверное, для общения с этими другими волшебницами. Ведьмак, я ждала тебя. Нам предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Боишься? Нет, но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь. А вся слава достанется тебе. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. Погоди, там, может, сейчас надо выпить электроликсир сразу же, нет? Ну, если что, игру сохранил, ладно, попробуем пока не пить. Думаю, нам время дадут, надеюсь. Или не получится уже. Так, может, перед разговором нужно выпить этот эликсир-то из тени Коста. В общем, сейчас проверим, я уж не знаю, так что пробую пока так сделать. Так, погибнем-то погибнем сразу же. Так, как ты думаешь, откуда взялся этот Киран? Ты узнала, откуда взялся Киран? Даже не пыталась. Ты знаешь, что его создал чародей? Догадываюсь. И что с того? Я должна чувствовать себя виноватой? Извиняться за какого-нибудь безумца? Не собираюсь. А ты откуда знаешь, что это чародей? Не знаю. Просто предположил. Так, эта тварь магическая. Крис утверждает, что Кейрон создан магией. Она права. Нечто настолько огромное не смогло бы возникнуть в этих водах само по себе. Похоже, это последствия какого-то неприятного эксперимента. Тварь стремительно растет. И, видимо, так же быстро состарится. Ясно. Так, может... Понятно. Ну ладно, все варианты. Посмотрим, чему они там приведут. Диалога. Так, может познакомимся поближе? Если мы будем работать вместе, нам надо познакомиться поближе. Ты так думаешь? Ну давай познакомимся. Так, представиться надо такой еще раз. Так, ладно. Шутки в сторону. Так. А, вот. Вы с Трис подруги? Ты подруга, Трис? Подруга? Скорее, коллега. Мы просто знакомые. Впрочем, я знаю всех ведущих чародеек Севера. Нас не так много. Поэтому мы стараемся помогать друг другу. Понятно, умирающий вид. Так, это что за штуковина? Погоди, там другие варианты еще были. Это можно... Значит, в общем-то, убирать надо было либо какой-то один из трех. Там еще Золтан, еще какой-то вариант был. Ну ладно, убрали то, что убрали. Так, и что за штуковина-то? Что это такое? Выглядит впечатляюще. Мегаскоп.
А что он делает? Он позволяет выполнять массу сложных магических операций. К примеру, связываться с другими чародейками. Ясно. Так, что у тебя за дела с комендантом? Не ожидал встретить тебя у Лореда. А я наоборот была уверена, что ты там появишься. Комендант болезненно ревнив ко всему, что касается его маленькой фактории. Поэтому рано или поздно каждый попадает к нему на ковер. И чего он от тебя хотел? Это мое дело. Тебе этого знать незачем. Мы не команда, Геральт. Мы просто убьем Кейрона, и все. Ну, как хочешь, так. Ну, я, конечно, не готов, может, думать, сейчас сделка. Скоро я буду готов. Надеюсь. До свидания. Так, ну, значит, тогда надо выпить все-таки эликсир. Тогда я сейчас сохранюсь на этом месте. Прямо в этой комнате. Так. Один там помедитирует. Ты уже забыл, какую кнопку-то... Блин, да, да, точно. Так, сейчас. Выпьем тогда эликсир тут быстренько. Из тени Коста. Мангуста, да, по-моему, ведь. Да, эликсир защищает от ядовитой слизи Кирана. Как говорил, в общем-то, Картрис этому Геральту, что... Да, сопротивление отравлению плюс 20 тысяч процентов. Да, он... Нифига себе эффект. Ладно, выпьем заранее тогда. Можешь ласточку выпить. А у меня ласточки-то, блин, нету. Филина, может, филина можно использовать. Ну, конечно, ласточку бы. Или энергии плюс к всему тоже. Так, а если все это выпить? И ласточку заодно. Так, мне нужно ласточку сначала задать. Так, алхимия. Ласточку. Сколько можно там? Все? Ага, одну всего лишь ласточку можно. Блин, у меня эти ингредиенты-то все закончились. Да, одного нет ингредиента. А хотя у меня зелье Раффорта Белого есть, так что можем его использовать. Для здоровья-то. Давай все три. Так, потом, если его выпить, то этот эликсир зелья-то. Так, увеличивает силу знаков, конечно, тоже парить, ну ладно. Эликсир значительно увеличивает здоровье. Уменьшает наносимые повреждения. Так, нам... А, нет, это мы как раз меньше будем урон наносить. 9 штук у меня. Ласточка всего-то, да. Ну ладно, пока ласточку используем, что? Берем так ласточку. Мангуст и филин. Отлично. Нормально. Уровень отравления. Не до этой вот границы. Слава богу. Так, вот так и сделано тогда все эти три. Они нам пригодятся. Чтобы энергии... Ну, знаки, конечно, знаки, ладно. Самая главная энергия бы устанавливалась, чтобы мы часто пользовались знаками. Потом, что используем, это тут зелье Петри, Тругити, зелье Раффора Белого, Раффорда, что-то я постоянно называю, здесь Раффор написано, там в Ведьмаке первом это был Раффорда. Ладно, выпиваем. Быстренько. Все эликсиры. Такой... Ну что, все, поехали. Так, талантов нету, прокачать пока нечего. Ок, по 9 минут, по 10, ну все, пошли. Как успехи? Готов, все. У меня есть все, что нужно, пойдем. Отлично, идем. Ну идем. Ты готов? Мне кажется, или ты накрасилась? У всех свои ритуалы. Мне очень жаль, но кейроны не различают цветов. Закроем эту тему, Геральт. Пора вытаскивать чудовище из воды. У тебя есть какой-то козырь в рукаве? У меня всегда припрятан туз. Не дай себя сожрать, и скоро мы станем героями. Твоими бы устами. Глаголила бы истина. Я останусь на мосту и вытяну тварь на берег. Будь осторожнее. Даже на суше она очень опасна. Ладненько, ладненько. Так, а мы спуститься вниз должны-то? Она наверху моста, мы должны... Вниз спуститься, да? Если не ошибаюсь. Или нет? Наверное, так и есть. Ладно, сейчас спустимся по-быстрому, проверим. Думаю, так. Плюс ко всему, надо бы сейчас бы... Так, серебряным мечом мы будем бить его. Значит, это, думаю, надо улучшить все-таки. Усилить его. Так. Интересно, Кирант вообще... Инсектоидам явно не относится, нет? Так, людям это, трупоедам,
Коричневое масло может пригодиться. Если что, у меня ночью масло есть. Так, там... Бомбочки, в общем, будем с этими пользоваться. Ой, ловушка ликера у нас одна есть. Погоди, мне надо было побольше ловушек создать-то. Одной, наверное, не хватит. Вот эффективно против Кирана-то. Сейчас-то мне... Так, а сейчас могу создать вообще? Помедитировать-то. Я-то, наверное, ничего не создам, только эти вот рецепты. Ловушку-то Кирана-то я не смогу сделать, но только вот этим надо было. Ну ладно. Попробуем все-таки без этого пока. С одной ловушкой. Мечом. Будет, в общем-то, довольно самоубийственно. Но ничего. Если что, там я сохранился в одном, в общем, месте, где надо. Ой, туман, кажется. Раньше его не было. Красавчик, ничего не скажешь. Так, а где он-то? Ух ты, блин! Еще меня... Я не... Ау. Ух ты, быстро убил! Быстренько, я даже вернуться не успел. Было бежать, а я тупо стою, смотрю так. Где он там вообще? По-моему, игра сохранилась так-то. Где надо. Автоматически. Так, ладненько. Может, все-таки надо было ловушки вначале это сделать, я думал, что-то уже не слишком. Не подготовился мне. Так, опустить-ка ролик можно? Смотрел его. Так, Иран. Ох ты, твою же мать. О, погоди, вот он, значки ловушек. Блин. Так. Тихо, тихо. Так, куда ловушку ставить? Сюда? Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, браконьер. А что за движение получим? Погоди-ка. Смотрю-ка. Отрубить щупальца с помощью ловушки на Кирана. А, вот как раз я использовал ее тем самым. Понятно, теперь к ловушке. Надо все-таки будет... Возможно, придется, допустим, перезапускать все. Хрен узнает. О, Марика, получился. У меня на... Да, блин, да я вижу, что он бесился, блин. У меня сейчас мутузи будет щупальцами. Ух ты, ешь, жмать. И что делать он? Надо было ловушек побольше собрать. Я, кажется, понял, что мне надо делать, но... Блин, было все ловушки, щупальца вот отрубить ему. Видимо. А поближе подойти, если вдруг... Блин, у меня ловушек-то нету, у меня все кончится. Погоди, у меня есть еще одна ловушка, что ли? Блин. Блин. Чуди. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ох ты. А где еще значок ловушек-то этих? Мне, по-моему, одна ловушка есть. Я что-то не вижу больше значков ловушек. Где можно было бы щупальца. Так, погоди. А какой это мой знак? Какой знак? Какой знак? Да, блин, меня убили. Меня все равно убили. Я, по-моему, ловушку ты использовал. Значок все равно остался. Так, давай-ка. Но почему-то, по-моему, такие значки больше не появляются. Где надо щупальца отрубать. Так, давай еще раз. Ясно. Так, надо вовремя успеть... О, вот. Кажется, вижу значки-то, блин.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, сейчас меня шандрахнут, конечно, хорошенько. Блин, да... Оп, беги. Есть. Че, все, больше нет ловушки? Может, мне там на самом деле это на ловушке всего лишь? Блин, ну как бы ловушка-то показывает? Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Я куда-нибудь убегу подальше? Ой-ой-ой, так. Здоровье, надеюсь, восполнится, успеется. Я не, тут, не туда побежал. Блин, а где еще... Где еще место-то для ловушки? Мне, по-моему, уже есть ловушка. Блин. Давай-давай. Блин, берега, давай. О. Эй, а чё, я же... Не понял, чё ты, юмор. Меня чё-то убили-то, почему меня убили? Я же как бы убежал от этих... Не понял, что это. Чем меня убивает-то постоянно? Не помню, все эти зелья использовал. Так, я что-то не... Еще раз давай-ка. Может, это пройдет сейчас... так, ловушки от Кира. Ну, да, она показывает значок-то вообще. Блин, и... Не стой на месте, пиздец какой-то. Да, блин. Давай, давай. Да, блин. Да, блин. Ирданом. А, ясно. Давай. Так, Пикади, я использую ловушку. Что, не попался в ловушку? Поймай Ирданом. Да сейчас сделаю, блин. Да блин, одновременно с двух сторон, что ли, начал бить? Черт, а что ж это такое-то? Как мы быстро подыхаем. Так, ясно. Не так легко будет победить этого Кирана. Зря, наверное, все-таки надо было побольше этих ловушек создать. Если, конечно, бы хотел мне этих ингредиентов. Так, знак Кади Ирден. Тихо. Так, надо спуститься, в общем-то. Блин, тихо. Блин, я что использую? Ловушку, какого фига-то? Да блин, знак Ирден-то. Да погоди ты с этим знак Ирден-то. Да блин. Да я... Спускайся и сама его лови. Есть. Они так и не поняли, в чем дело. Понятно, спасибо за подсказку. Есть. Теперь понятно, что надо делать теперь. Блин. Да... А что было делать-то? Надо было быстро куда-то убегать, наверное, попросту. Все, от центра подальше. Ладно, все понятно, кажется. Заря, конечно, эту ловушку создал, но Кира. Ну ладно, без неё, что одной ей воспользуемся. Так надо бы, конечно, вот... не так делать. Фух, очень будет, конечно, смерти и куча, наверное. Но довольно интересный босс. Занятный. Так. Так, ловушка Кирана. Блин. Так, и знак Иртон. Блин, попался. Блин, да. Да без черт, дери, черт. Да понятно, что Иртон, блин. Да блин, ничего не попал, что ли? Да блин. Да пиздец какой-то. Ай. Да блин. Да чтоб ты дери. Блин, я застрял повсюду. Есть.
Ух ты, блин. Так, нужно куда-то спрятаться. Теперь будет мутузить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, если нужно подальше от центра быть? Блин. Давай-ка. Нет, не поймал, не попался. Блин. Не получается что-то. Чего? Убил все равно? Да блин, как это? Да я ничего не понимаю, как меня убивает вообще? Чертов Киран. Так, что-то он меня не пойму, как он меня вообще убил в этот раз-то. Так, черт идти. Так. Блин, сложновато будет справиться, да? Есть. Так, самой безбесится, сбесится, да? Блин, пытаемся. Надо убежать подальше. Бесился, блин. Вижу, что бесился. Блин. Блин, да. Блин, да. Да, снова попал. Да как тут? Нажать, пока он успокоится, что ли, я не пойму. Первый раз получается. Да, надо будет тактику-то просчитать. Вот. Так, давай еще раз тогда. Понял. Более-менее, кажется, я понял, что надо делать. Так, ловушки рано. Отлично. Есть. Отлично, одно щупальце готово. Так, что-то бесится, да? Ага. Вижу, молотит. Тут куда бежать надо, чтобы это... Блин. Что надо делать, чтобы он нас не задел потом? Блин. Ну, как-то очень продумать тактику битвы с ним. Да, блин. Да охренеть, он просто... Как он вообще молотит там? Да ёптель-мопсель. Он просто по мне молотит, что ли? Чуть дальше теперь не понимаю, что делать. Он тупо бьет, где я нахожусь. А до этого вообще это не делал. Или нет? В общем, надо как-то ловушку ставить, быстро уворачиваться. Ой, сложновато, конечно, босс. Киран. Так. Ирден, так. Ладно, тогда сейчас сюда. Блин, не попал, кажется. Нету, нет. Блин. Да чтоб тебе, да, точно. Есть. Какой. Есть. Да что ли? Блин, да я вижу, что он бесился. Блин, как не боевать вообще, на Марокко. Успокойся уже. Блин, у меня есть... Да блин. Мне надо как-то здоровье восполнить надо просто. Чтоб тебя.
Лен. Чинфер, сделать этот знак Эрден, кажется, у меня не работает. Ну вот сразу... Ну вот, да, паучиц попал, в общем-то, ловушка, кажется. Только, блин, по мне попал, вот. Меня убил. Эх, чтоб тебя... Босс какой сложный. Так, давай еще раз. Так. Так, сейчас включим. Так, давай. Эрден, да. Ясно. Так. Есть. Хорошо сработало. Только потом держу ее, наверное, не поставишь больше, потому что у меня нет этих ловушек. Да, весело просто. Ну, это, в общем, видимо, может как-то поставить везде ловушки, или в двух местах, не знаю, ловушки. Пытаться вот тут словить его. А, блин. Ой, блин, я не туда попал. Да чтоб тебя. Пиздец какой-то. Ай. Да чтоб тебя. Пойдет он, нет, на эту ловушку-то что-то. Или она все деактивировалась. Да блин. Блин, давай. Я снова деактивирую ловушку сейчас. Не хочет попадать. Да блин. Да блин, не хочет. Чтоб тебе. Ничего, не работают уже ловушки-то? Блин, что-то она... Вообще какая-то не... Это... Ноль эффекта. Что ли? А, это, наверное, там... И не надо, там нужны другие вот эти вот. Блин, охренеть. Ну... Блин, ну не там ловушку поставил, что ли? Есть. Есть, получилось. Понятно теперь, который помечается нужно. Что следующее? Блин. Где мне что-то дверь сделать? Где мне нужно переждать момент-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Черт, дери. Тут какая следующая щупальца? А, вот это что ли? Да, блин. Да, две получилось, но это только перед меня снова убил. Ладненько, с другими разбираться. Этим к этой пока соваться, наверное, без смысла нету. Он просто и... Нет, а не сверху не сбьет, а... Слева направо. Ладно, сейчас понял, в общем-то, что надо делать. Так. Так, ловушка Кирана, потом Эрден. Так, понятно. Поставим ловушку Кирана, в общем, здесь. Давай. Давай-ка. Есть. Блин, не то использовал. Так, все, успокойтесь. В общем, там будет мута... В общем, ждем. Ага, ясно, что сбесился. Видим уже. Так, теперь, в общем, идем к следующему. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Так, это быстренько бежать-ка тут. Вижу, да, кого, что надо следующим делать, уничтожать. Вот это надо делать. Тихо. Давай. Не попал.
Есть. Блин, так никуда не попали. Да блин. Черт, а. Напряжно. Попал по мне все-таки один уж. Блин. Ух ты, блин. Черт, а. Что следующее? Ой, блин. Надо уходить отсюда быстрее. Что дальше-то делать-то? Как с ними разбираться щупальцами-то? Блин. Как с ними-то? Они там, по-моему, сверху, это, влево-вправо. Блин, да, попал. Так какого? Я вот с тем не понимаю, что делать. А вот с этими что делать? Там нет, по-моему, нет таких наростков-то. Блин, зараза, а. Кто-то. Чёртов Киран. Без ловушек, что ли, теперь не справишься, что ли, уже? Да, это, думаю, вряд ли. Так, надо посмотреть, у него щупальца-то... Ловушки только помечаются, только крайние. Только крайние меч, наросты имеют такие красненькие, только вот крайние щупальца-то. Что интересно. Да, блин, что, не получается ловушек, что ли, не сработало? Да, блин, не сработало. Ай, блин. Ксиме... Да... Так, Эрден. Есть. Так, отлично. Хорошо. Так, действует. Ох ты, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне уходить надо отсюда. У него только передние щупальца, блин. Вот с ними как вот взбираться. Они, по-моему, лево-право бьют. Теперь нужно с другой разобраться, вот как тут. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, стой, нет, блин, двигайся куда-нибудь. Есть. Че, ловушка сработала все-таки. А что теперь с этим делать вот? Теперь сделать с теми вот. Да блин. А это как вот убивать-то? Она влево-право двигается, блин. Да. Что тебе дери? А вот с теми-то как разбираться, я что-то не очень понимаю. Раз... О, что-то снова задело. Блин, можно ловушки везде поставить. Не передвигаться, видимо. Понять счет, какую тактику применять. Ай, Киран. Черт, какой-то сложный все-таки. Даже на темном сразу помрешь. Так, ну, надо. Давай. Блин, ты не попал, что ли? Давай. Да блин. Да он... Надо как-то... Где ловушка-то это? Да блин, не все равно попал. Да... Чтоб тебя, а. Попробуй, блин. Да пиздец какой-то. Ай, чертова ловушка. Блин, просто был бы... Есть. Есть, отлично. Такой здоровье восполнилось. Да, весело. С теми у меня щупальцами, блин, разбираться тут. Вот. Непонятно вот. С крайними-то. Надо было поставить ловушку просто, видимо. О, кажется, попал, блин. Так вот. И вернуться, блин, я не успел. Надо было, наверное, сразу на ловушку поставить, пока он бушевал-то. Может, получилось бы с этим крайне разобраться. Так, ладно, все, теперь, кажется, тактику понял, что надо делать. Тогда давай еще раз. Ты теперь думаешь, наверное, что делать с этим крайними самыми...
Так, ловушка начала. Где там вот этим бьет-то? Давай. Так, и Ердан. Да, блин. Здесь работает и... Давай. Давай. Почти попал. Есть. Отлично, готово. Блин. Да взбесился. Блин, я, кажется, догадываюсь, что он взбесился. И так понятно. Блин, тихо. Так, все, пошли бы дальше. Ердана мочить. Тихо, 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 тихо. Киран, может, тебе надо просто... Вот это. Да блин, я попал только... Эх, не успеешь, блин. Черт, еще раз подохли. Да что это такое? Давай, давай, блин. Давай, давай. Черт. Да понял все в итоге. Да... Не так просто все реализовать. Довольно все просто делать надо. Все довольно ясно, просто. Так, давай. Ирон, так, ставим. Ставим ловушку эту, киранская. Доставим ловушки. Ага. Это так ясно. Ловушка, кстати, закончится, да? Не сработало. Так, блин, давай, давай. Есть. И давай. Мочи, мочи его. Все. Сейчас еще взвесится, да? Я знаю, что он взвесился, вижу уже. Так экран трясется, что, блин, мутузит. Теперь вот надо как-то вот, блин. Ай, черт, теперь надо как-то вот с этими двумя разбираться. Да ёпси, мупси. Ну вот, как вот. Вот это теперь щупальца мешаться будет. Да, блин, с теми, теперь с двумя с теми еще сложновато будет. Здесь просто надо как-то сразу, видимо, ловушки ставить. Быстро. Не, конечно, много ловушек не поставишь. Так, увеличу силу знак Квенна было, конечно, это еще эликсир использовать. Такой, сейчас вот хрен. Так. Так. Угу. Есть. Спускайся. Не так легко, блин, правиться-то. Быстренько бежать куда-нибудь это. Или просто надо. Давай, ну. Блин. Ловушка там, честно, закончится действие, нет?
Не, давай, давай, ну. Бей. Да. Блин, он что, не попал, что ли, по этой ловушке-то? Меня задел скотин, но, блин. А, блин, я же... О, попал. Наконец-то. Уже с третьей я забрал щупальцы. Тут мисс Дирекшн. Чего? Взорвется. Блин, да... Я, кажется, зря туда побежал, да? В общем, это как мисс Дирекшн, что быстро восполнилось. Блин, да... Я клавишу не нажал. Ах, это что-то такое, это... Чтоб тебе... Погоди, что там за клавиша правка, какая клавиша мыши? А, это чтоб тебе, блин. Чего-то босс этот Киран. Все-таки смерть она будет потом вырезать. Так. Наверное, вся серия будет посвящена этой битве с Кираном. Так, ловушка Кирана. Лида, Лида, черточка. Лида, давай, ставь ловушку. Да прыгай, 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 прыгай. Да блин. Ловушку ставим быстро, быстро. Ай, а чем на меня-то? Я, по-моему, вообще не Кирен хотел ставить. Хотел вообще-то это поставить. Мне без здоровья, блин, восполнилось бы по-быстрому. Надо было все-таки рефи за это вейвента. Ну давай ты, блин. Давай, ну что-то. Да блин, все равно попал. Ну чтоб тебя. А, да что ж такое-то? С этим Кираном как я замучаюсь сейчас. Черт дери. Хрен его пройдешь. Блин, давай, пропускай ролик, не буду смотреть уже много раз, это одно и то же. Так, надо ловушки раны и знак. Блин. Ставим ловушку это. Да. Есть. Я сразу ловушку поставлю тогда. Хотя, конечно, не все, наверное, закончить действие. Все, может, конечно, был попробовать другому, наверное, все-таки. Давай-ка, ну. Давай. Да блин, ты что, не попал по этой ловушке? Какого фига ты не попал-то? Блин, гребаный этот. Да... Чего? Да вот что-то мне... Черт, теперь вообще не получается, нифига. То меня три щупальца смог отрубить, то, блин, ни одной. То одну, блин, всего лишь. Что за... Киран какой-то непредсказуемый. То он, блин, так действует, то он... Вообще не пойми как. Черт, дери. А, так, Ирден знак. Блин. Ловушку поставлю пока, но использовать я пока не буду. Так, попробуй-ка все-таки этим. Есть. Есть. Отлично. И... Во. Бесился. Геральт нас тоже может беситься. Если надо будет. Блин. Да, блин. Да, блин. Да, блин, давай. О! Неужели ловушки Киран еще могу использовать? Блин, да... Все равно попал по мне, скотина. Вон, значок еще появился ловушки Кирана. Да, блин. Я вижу, что он взбесился. Еще как. Не, здоровье бы быстрее бы восполнилось. Так.
попал, что ли? Да, блин, да как у меня за... Черт, сюда почему-то теперь же поворачиваться, точно в эту сторону, блин, идти нельзя, зараза. А, да чтоб тебе... Ну-ка, будем как-то по-другому двигаться уже. Такие время моменты. Ах, чтоб тебя. Черт. Давай еще раз. Ладно, ловушку по Кирану пока сберегу. А, так, Эрден. Да, да как? Да чтоб тебе, блин, да блин, твою же мать, а. Чертов Киран. Может за... Ладно. Так, так, так. Блин. Ай, черт, бери. Беги быстрее. Беги, Форест, беги. Блин, да. Да блин. Да блин. Да как у меня... Там ловушка здесь стоит. Ах. Так, а ловушку я поставил, по-моему, здесь. Да блин. Ну да. Сама лови. Да блин. И это прям так удобно, ты еще там как-то скомандовался на там. Есть. Так прям просто вообще. В пользу знак, блин. Я с пользу у меня. Там ловушки Кирана поставил-то ведь в том месте. Кажется. Надо было все-таки по-другому просчитать себе план. Давай, давай. Атакуй. Блин, она, кажется, не хочет попадать почему-то. Да, блин, давай-то. Не хочет, что ли? Давай, да. Во, отлично, попали. Вох, вторая щипальца готова. Там, по-моему, у него 4 максимум. Еще 2 какие-то. Да, блин, взбесился. А мы как взбесились? О, прям вообще. Слова мне описать. Теперь надо будет, блин, как тут... Надо было там штамм еще ловушку поставить. Давай, ну. Есть. Отлично. Осталось последние щупальца. Блин, куда бежать-то мне быстрее? Ох, поехали. Давай, удержаться, удержимся. Бей тут. Заразу. Чё ещё нажимать надо? Хорошо, блин, меч не потеряй, Геральт. Без него ты не выживешь. Чё? Какого? А почему конец этой игры-то, блин, я... Ну чё, был спрыгивать, что ли? Чё-то я не пойму теперь. Смысл-то мне сразу не объяснить нельзя. Вот. Тут-то надо, блин, удерживаться, то... Спрыгивать, чёрт. Так, ловушки рано, так. Эрден. Так, ладно, щупальца улю... Давай, уходи. Пойду-ка я с тем разберусь сейчас. Ага. Давай-ка. Да я знаю. Давай. Есть. Отлично. Че, нас бесится? Я уже знаю, что нас бесится. Чтоб тебя. А вот на ту щупальце, блин, что надо делать, когда катаешься на ней? Кто-то спрыгивает, что ли, с нее, блин, не пойму. Давай. Да чтоб тебя, на. Да...
Чтоб тебя. Эй, ну... Блин, ну как-то я его не понимаю. Что с ним делать-то? Надо. Ну вот, наконец, попало. Киран. Ну, ясно, что бесился, вижу. И когда мы на нем катаемся, блин, что он как-то спрыгивает, что он щупальца, я не понимаю вообще. Что надо делать? Так, давай. Давай, да? Тихо-тихо. Надо, в общем-то, этот. Да блин. Уж, конечно, не сработало. Давай, ну. Есть. Получилось вот что-то. Только теперь вот в последний момент что надо делать. Чё там? И чё? И чё теперь? Потом спрыгнуть надо как-то, что ли? Что нажимать-то, блин, пернада? О, понятно, спрыгивать надо вовремя было. Блин, есть. Ух ты. Больно мы, конечно, не да. Ой, на камешками кидается. Пиздец. А что делать-то, блин, теперь? Надо как-то бить. Ага. Да блин, да чтоб тебе... Да чтоб тебя... А теперь как поберешься-ка, нет, к этот момент, место-то, которое можно ударить. Не очень удобно. Как-то бегать надо, блин, зигзагами, что ли. Черт, Киран. Черт. Так, блин. Черт. Знак Эрден. Давай-ка, давай-ка. Отлично. Да блин, я... ты че какого фига-то? Да она мне борзила, у меня еще здоровье сейчас. Чтоб тебя дери. Вы издевайтесь просто. Что мне получается этот удар? Ладно. Черт, дери. Киран. Ой, да, весело, конечно, с Кираном придется помучиться изрядно. Блин, а зачем мне надо другую щупальца? Последний раз беремся, щупальцы. На здоровье может исполниться, надеюсь. Так, теперь надо будет тут ловушку на эту Киран использовать. Да ведь? Блин, да... Блин, давай. Есть. Сработало. Теперь понять, что дальше делать. Куда надо идти-то, блин? Там кто-то только бьет молнию. За них что ли могут? Чё надо делать-то? Теперь она будет соскочить как-то. А, пробел нужно нажать будет, соскочить потом.
Блин, там ток бьет ведь. Не поберешься, там молния бьет. А как мне продираться-то? А что мне делать-то теперь? Вот это я подобраться-то не могу, там постоянно ток бьет. Меня он не попускает вообще. Я что должен? Чем я должен-то в этом случае-то бить? Игни, что ли? Или что? Или мне нужна ловушка? Блин, для Кирана еще одна. Я один раз подох, и все. Самое главное, с самого начала вот начинаешь. Ах, чё, дери. Давай-ка у меня щупальца. Вот это щупальца, блин, да не это, блин. Да ёпси ему сере. Я хотел вообще другое щупальце, блин, поставить. А не это. Да блин. Давай ты, ну бей. Ох-ох-ох-ох-ох, с этим Кираном, блин, намучаешься. У него красная зона, видимо, довольно такие больные. Давай. Блин, а я, по-моему, не туда попал-то. Теперь другая щупальца будет бить, которая мне не та, но не нужна вообще эта щупальца. Блин, да... Наконец попала. Чуть не сразу получается. Ладно, с тремя щупальцами разобрались, а вот четвертый как вот. Там, видимо, еще четвертый нужно бить. Куча смертей точно вырежу, если что. Так, ладно, с третьей щупальцами сейчас разберемся. А вот четвертый потом что делать? Мне надо сразу все пробовать. Хрен знает, конечно. Блин, тихо-тихо. Есть. А потом что делать? Вырвется, блин. Ты бы снял электричество попросту. Я теперь не могу четвертым щупальцем разобраться. Может, он был не в другой стороне находиться, на самом деле. Наверное, все-таки. Все-таки обязательно это надо было делать. Так, теперь, по-моему, пробел. Отлично. Прыгивай давай. Да, обрушился с него все это. А что теперь дальше делать? Четвертым щупальцем это как тут. Может, как-то нужно просто пробежаться к нему. Да блин. А, вот всего лишь надо сделать, что именно. У нас получилось. Ух ты. Неплохая битва, Геральт. Ты как? Получили два достижения. Вот что ты, как я. Как я. 10 уровень там, я что там еще написано. О боже, убили Кирана. Всего лишь нужно было это сделать, а я там долго маялся, пытался понять. С другой стороны, когда пытался побежать, где там электричество било. Вот я... Ну, первый раз прохожу, блин, это нереально сложно понять, раз бывает. Что-то как-то не знаю, вот сегодня. Не дохожу сразу. Так. Блин, было сложно для меня, реально, правда. Это подлюка меня поцарапала. Я слышала, ты бывал в переделках и похуже. Интересно, сколько правды в этих рассказах? Нисколько, смотря каких рассказах. Ну да, все правда, без исключений. Все рассказы чистая правда. Особенно те, что выдуманы. Хорошо, что теперь? Пока труп свежий, я попробую извлечь все, что мне нужно. Конечно, было бы лучше перетащить всю эту гадость в мою лабораторию и приготовить больше ингредиентов. Но жалко тратить силу. И работы будет слишком много. Возьму только... Что именно ты слышала обо мне?
всякое. Я так понимаю, ты не хочешь об этом говорить? У меня нет времени, прости. Чем свежее ингредиенты, тем ценнее. Тогда до встречи. Не забудь о награде. Не беспокойся. Новый уровень 10, спасибо за этот уровень. Блин, битовали меня, правда, не сразу все это петрил. Задание выполнено Киран. 1750 очков опыта. Даже ловушка не пригодилась. Ну, в общем, без нее разобрался. Точнее, я в итоге один раз, в общем-то, использовал ее и получил за это достижение. Так, задание выполнено Киран Тинекост. Отлично. Да, в общем, за нее в итоге получил достижение. За то, что использовал ловушки Киран один раз. После этого тоже там в некоторых попытках пытался использовать, но оказывается можно с ними разобраться при помощи той же вот этого знака Ирден, ловушки магически поставить, ну как бы магические ловушки поставить, вот и места, где будет бить эта щупальца, и в итоге она будет там, будет парализована эта щупальца, по нему можно будет бить, по тому такому красному месту, выделяющемуся красным цветом, выделяющемуся месту, и в итоге он щупальца разрубит. Вот, и так нужно будет три щупальца из четырех уничтожить, а потом уже, когда его завалит этими камнями, оказывается, нужно было просто поверху там, в общем, по этому разрушенным этим вот часть этого моста нужно было забраться наверх, и там он, в общем, включился бы этот скрипт, он бы там все сделал, что надо, и в итоге бы, таким образом, мы убили бы этого Кирана. А я думал, то, блин, справа постоянно пытался пробежать, то просто думал, не понимал, что надо делать. Оказывается, все так просто в конце. Вот тогда, господи, они убили, точнее, Кирана. Сволочи, убить Кирана. В общем-то, достижение получили. Еще какой-то там. 10 уровень назывался, достижение второе. За то, что мы получили новые уровни. Так, наши, в общем-то, это там, наши прокачки. Сейчас что-нибудь прокачаем, думаю. Так, достижение. Посмотреть, наверное, нельзя. Так, ради интереса. Ну что, вырежу потом все это. Да и смерть, думаю, не все покажу. Вот, да, 10 уровень достижения. Браконьеров за то, что мы там использовали первые же, в общем-то, попытки сразиться с ним. Этот, в общем-то, как раз ловушка для Кирана. При помощи нее, как раз, уничтожили это щупальце одной из них. Одной из трех. Понятно. Фух, надо будет сохраниться. Что потом, если что. Ну, думаю, там я, если что, какие-то смерти вырежу, какие-то нет. Ну, в общем, какое-то количество смертей, думаю, все-таки уберу. Потому что, ну, чересчур много их будет. Оставлю точно смерти, чтобы показать, в общем-то, я там пытался биться с ним. Но все-таки мы победили, додумались. Что надо делать? В общем, Киран, завалили мы этого Кирана. Так, какие квесты прошли? Так, посмотрим. Киран, вопрос цены. Получить награду за убийство Кирана. Так, вот у кого, интересно, надо получать награду у этого? У Лореды, что ли? Или у того там, как мы звали этого персонажа там? Мерса какого-то. Которому получали награду за контракты на Накеров, на Эндриак в том числе. Так, Киран, квест прошли, да, все. Разобрались с Кираном, прошли квест на Кирана. Да. После разговора с Шалой, Геральт был готов к схватке с Кираном. Вооруженный мечом и знаниями о повадках бестии, он отправился убивать чудовище. Надо было видеть это сражение. Пролеты моста разлетались, как карточные домики. Кровь чудовища смешивалась с ядовитой слизью. Наконец, ведьмак победил, хотя победа за это стоила ему немалых трудов. Бестия пала бездыханной. Она же герой, получил заслуженную награду. Да, вот так вот. Словами, в общем-то, этого лютика. Так, Киран, Тинекост тоже прошли, да. Что там в конце-то? Нужно признать, что в схватке с огромной бестией эликсир проявил себя отлично, да. Наверняка ведьмак мог справиться с Кираном даже без защиты зелий. Однако он был профессионалом и слишком ценил свою жизнь, чтобы подвергать ее ненужному риску. Да, все. Квесты мы тем самым все завершили. Что дальше будет, узнаем сейчас. Мистическую реку мы там, по-моему, пройдем этот квест уже в следующей главе. В общем, надо будет дальше идти. Так, ладненько. Посмотрим на этого Киранчика. Так, поговорить с ней можно? Вот этот Киран. Ух, то есть у него можно... Так, что там? Глаза Кирана, ткани Кирана, шкура Кирана, трофей Киран.
Трофей, если мы возьмем, думаю, он что-то нам даст. Его можно поместить, наверное, вот это. Вместо вот этого вот призрака. Так, и он нам дает урон. Так, вот. Броня плюс 3. Так, ага, легендарная вещь. Трофей, так. Здоровье плюс 50 целых единиц. А давай заменим-ка. Вот так вот. Что-то бы продать можно, конечно, попытаться. Лявра под Людвига Мерса, вот она. Погоди, это... Это читал, нет? Эти записки все читал давно уже. Эти записки бы, конечно, надо бы продать, думаю, нет. Фух, так, ладненько. Давай работать. Так, ну там все, да? Если будешь изучать его. Осматривать, точнее. Киран. Жалко, конечно, тебя было убивать, но ты представлял опасность для людей. Так, и нам нужно как-то отсюда теперь, блин, выбираться. Каким образом мы уберемся отсюда? А, тем же путем. Так, скриншот, интересно, сделать можно с этой махиной? Вот. Дай-ка я. Вон. Прямо перед Кираном. Или можешь как-то повыше собраться. Селфи с участием... В общем, селфи... Геральт делает селфи. Вот так вот. Хотя он, конечно, этого не любит делать. Просто так, скриншот для игры. Я так просто на память. Что мы прошли это. Киран. Можно было, конечно, сделать перед... Хотя нет, там мы не успели бы сделать. Если бы только успели бы сделать, мы, наверное, в начале битвы за 10 секунд до смерти. Такой щупальце летит нас и запечатлел, в общем, момент этот скриншот. За 10 секунд до смерти Геральда. Перед тем, как, в общем-то, его размажет щупальце. Можно было делать, попытаться попробовать, наверное. Но я что-то, блин, тогда не до этого было. Не подумал. Надо было сделать. Я думаю, потом надо было написать как раз так же. За 10 минут до смерти. А здесь вот Геральда. А здесь, наверное, битва завершилась сколько через 500 попыток. Ну, конечно, 500 не было попыток, но было, думаю, немало попыток. Точно больше 10. Так, а вот награду кого получать? Либо у этого Лореда, либо у Людвига... Нет, у Людвига Мерса, мне кажется. Так бы сейчас еще найти в этот... Отсюда выбраться, как... Так, тихо, не тормози. Что-то пост немного повысился. Понятно, это опустился. Так, на данный момент у меня видео длится где-то уже полтора часа, но на самом деле, конечно, я его сокращу. Так, мне кажется, надо выйти. Сокращу, в общем-то, и... Все смерти уж показывать не буду. Это слишком уж долго займет времени, но... Но сколько-то смерти, половину, думаю, оставлю. Может, чуть поменьше половины, но все равно оставлю смерти. Думаю, это стоит. Все эти мучения, конечно. Или как-то по-быстрому их, не знаю, сделать ускоренно все эти смерти. Посмотреть в ускоренном режиме. И как-то отдельно показать. Видео, не знаю, пока что-то. С самого начала игры. Все смерти оставлять и... Ладно. Так, сейчас будем искать этого. Людвига Мерса, что ли, надо искать? Куда нам надо идти? Кому награду, в общем, у кого награды получить за убийство Кирана. В общем-то, следующий этап игры пройден. Сложный довольно. Наверное, пока что, наверное, единственный сложный этап. Потому что они, по-моему, более-менее были довольно, ну, понятно было, что делать. Не так столько, в общем, намучился, приходилось. Если Кирана было сложновато, пока немножко разобраться, понять, что надо было, как его, в общем-то, его надо было убить. Так, здрасте. И чё? Так. Вот что интересно. Чего? Что же это вот этакие ведьмаки? Ох, так. Ирда... В общем, сам знак Ирдена пригодился. Ох ты, блин. Только не убивай меня. И чё? Ладно, извини. Извини, конечно, но ты, блин, сам нарвался. Ох ты. Чё они на меня сразу навалились-то? Тогда убери оружие. Извините. Блин, да... Бери меч.
О. Да просто эти нарвались, зараза. А, точно, нужно же получить награду у этого. Задание сделано. Кейрон мертв. Хорошая работа. Деньги твои. И прими на память вот эту вещицу, чтобы не считал нас скупердяями. Да мы не считаем вас скупердяями. Здание выполнено, Кейрон, вопрос цены. Отличная игра сохранена. Все. Так, так, так. А вот и ты. Как там в гостях у господина коменданта? Он может помочь нам. Или заковать в цепи и сбросить в реку. Он говорит, что на барке держат пленных с Кейтаэлей. А он сказал, что там же находится Киарана Эаслин, правая рука Йорвита. Нет. Попробуем его навестить? Может, он что-то знает про убийцу королей? Давай. Да, погоди. Но нам вообще-то надо подняться на тюремную барку, следовать за... Чему? Следовать за Трис? Два раза? Так, ну Трис, вот ты там на месте, не беги. Нам бы, конечно, еще один, блин, квест попройти. За Трис следовать? Почему два раза за повторяется, нет? Я что-то не понимаю. Так, нам туда идти? Погоди, а вот и с этим поговорить бы. Так, ну туда нужно. А если нам... Так, мы не сюда пришли, нет? Там вообще какой-то квест должен быть. Дополнительный. Пока там похмелье какое-то называется. Так, наверное, все-таки нам не туда надо идти. Да, ведь или туда? Где у нас еще это, в общем, как-то вот... Ну, Рашет у нас. Где находится? Пока за Трис мы пока не пойдем. За Трис. Хорошее такое название. За Трис. Так, а правда, где это, интересно, могут быть? Это таверни, что ли, они, нет? Надо бы проверить, сходить. Где у нас Раши вообще? Так, торговца нет. У нас утро-помутро. Ранее, так что... Так, нам нужно таверну. Таверну. За Трис. Интересно, какая ошибка в переводе. Написано, подняться на тюремную барку, следовать за Трис. Два раза за. Чему это? Так, ну этого-то нет, что ли? Где он делся-то? Где Раши вообще у нас? Так, ладно, продолжаем. Так, ну что-то выйти, думаю, надо отсюда. Так, мы, по-моему, там какой-то... В общем, забыл-то. Я там какой-то чертеж получил. А, доспехи с панциря Кирана. Чертеж. Новую броню можем сделать. Она, интересно, будет получше нашей. Ну, так тогда по броне плюс 9, 10 плюс 10. У нас, который имеется. По характеристикам тогда остальным. Травление больше, кровотечение больше. Как бы, сколько там здоровья-то? Так, у нас плюс 30, а там 20, что ли? Тоже плюс 3, тоже плюс 30. Можешь, конечно, сделать эти доспехи. По чертежу. Плюс к всему так. Найти все-таки вот этих, ну, в общем, людей этого. Вараше, может, заодно Вараше. Один квест выполнить. Перед тем, как оправляться вместе с Тристом дальше. Так, торговца на здесь нету. Так, а и кузнеца, по-моему, тоже, наверное, нету. Придется время перемотать. До утра. Погоди, у меня там еще, по-моему, прокачка должна быть. Так, давай-ка полдень. Во. Сейчас все посмотрим, все продадим. Так, пойдем-ка все-таки создадим эту броню. Так, чем могу помочь, а? Так, броню-ка мне нужно сделать. Вот, доспехи. Так, вот они. 375 цена у нас. Ну, хватит оринов. Только у нас градиентов нету. Крепкое сукно. Нету. Точнее, даже мало его. Укрепленной кожи тоже нету. А него, наверное, можно сделать эту укрепленную кожу. Что ли? Остальное-то все есть. Шкура Кирана есть. Клепанная кожа. Погоди, кожа просто. А укрепленная.
Ловушка на Кирана. А вот прикрепленная кожа. Так, остальное, сука, ну где-то искать надо еще. Так, укрепленную кожу можно сделать. Сколько нам надо там... Так, ладно, сколько сможем создадим. Она точно пригодится. Все. Сколько всего у нас это собралось, этой укрепленной кожи. Так, черт, посмотрим еще раз. Что там еще надо? А, блин, одной всего не хватает. А здесь нужно еще сукно это искать. Крепкое. По-моему, найти так-то можно это сукно-то. Броню бы это, конечно, неплохо было бы собрать, сделать. Может заменить нашу старую. Так-то она по характеристикам чем-то лучше, чем-то одинаково такая же вот. Так что, может быть. Увы, пока не получается, ладно. Может, укрепленную кожу купить можно? Так, дай-ка на твои того разглянуть. Что там у тебя есть? А, это наша? Так, а, так. А. О, так, крепкое сукно. А давай все купим. Если, погоди, она сколько стоит? Может, это маринов-то? 224 одна же штука. Да ты издеваешься. Проще так, конечно, поискать, Дим. Надо искать, блин, лучше. Одну укрепленную кожу. Так, 78. Ну, это тоже можешь собрать, если что. Крепкое сукно, вот только где-то надо искать. Может, что-нибудь другое, конечно, вот, купить. Может, продать себе можно. Что-нибудь. Какой-то мусор есть. Нету мусора. Весело. Так, трофей призрак, индряги. Так, а себе продать? Ну, давай продадимся. Будем с собой носить трофей этого Кирана. Масла, зелья. Так, ладно. Документы пока не буду продавать. Крепкое сукно где-то искать. Так, ладненько, сейчас мы... Так, там мы есть... Ой, извините, так... Квест мы здесь это выполнили, эту мистическую реку, часть его. Положить письмо. А, вот, погоди, положить письмо-то. Вот оно. Поговорить можно было, положить письмо. Надо, наверное, этот отчет отправить такой там. Мы находили, по-моему, я, по-моему, то ли отправлял, то ли нет. Вот, мистическая река. Попытаться подняться выше по течению Понтера и найти еще один разбившийся корабль. Все, то есть вот отправить нужно было отчет, письмо положить нужно было. Вот этот ящик для писем, а я его, видимо, не положу попросту. То есть еще не сделал то, что надо. Посмотрю по квесту еще раз. Вот, мистическая река. Ну это так-то остается то же самое. Ну да, ну хотя бы мы этот отчет отправили. А вот да, кроме того, наш герой положил почтовый ящик письма капитана Петра Зилля. Должен заметить, что достигнув адресата, это послание вызвало настоящее смятение. Впрочем, это уже совсем другая история. Да, надо было отправить отчет этот, а я письмо-то не положил. Что куда надо? А? Ладно. Так, ну да. Так, а нам нужно найти все-таки теперь этого. Хорошо его, так. Так. Где он может находиться-то? Так, у нас, по-моему, где у нас трактир-то был? Так, вот трактир. Так, а может сюда зайти надо? Вау, вот хорошо. Здрасте. Так. Ой, блин, я вообще-то хотела... Погоди-то. А, вы здесь, видимо, веселитесь? Мы теряем время, убийца сбежит. Ты еще успеешь проявить себя.
Мы не достанем убийцу Фольтеста, не вступая в бой со Скайтаэлями. Без шансов. Я отправил ребят в лес на разведку, они едва выбрались. Да, эльфа в лесу убить сложно. Лучше расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Мои люди снова видели убийцу короля. Он знает, что мы здесь, но даже не пытается бежать. Как будто ждет чего-то. Значит, теперь нашего. Так, Лоредо что-то затевает. Лоредо хочет избавиться от Скайтаэлей. Похоже, он спит и видит, как бы затащить их всех на тюремную барку. Йорвиту случалось обыграть молодцов покруче господина коменданта. Господин комендант сговаривается с Шалой. Я не стал бы сбрасывать его со счетов. Да, пойди знай, что тут делает чародейка. Так, Фолдзом лежит в глуши. Это хорошее укрытие. Ты здесь, наверное, как рыба в воде. Городок в лесной глуши, постоянные атаки Скайтаэлей. Флотзам — это не просто глушь. Смотри, Тимерия, Ридания, Каидвена, Эйдирн — все крупные королевства Севера. Знаешь, что их объединяет? Долина Понтера. Кусочек земли, за который они грызутся веками. Именно. А здесь, как видишь, у нас Флотзам. На границе Тимерии и Эйдирна. А за болотами уже начинается Каидвен. На самом краю долины Понтера. Флотзам втиснут между границами, как свеча в задницу. Здесь сходятся самые крупные торговые пути. Любой караван должен идти через Флотзам, и каждый обязан считаться с Лоредо. Говорят, Хенсельд Каидвенский собрал армию и выступил на Верген. Уже совсем скоро долину Понтера охватит пламя. А мы с тобой, Геральт, сидим во Флотзаме, который станет заветным ключиком к этой долине. Хотелось бы мне верить, что все это простое совпадение. И убийца пришел сюда только потому, что здесь укрываются Скайтаэли. Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, ведьмак. Ну да. Бывай, Роше. Так, ладненько. Так, и что у нас как, в общем, здесь, по-моему, квест можно будет пройти, это похмелье. О, с кем можно поговорить? 13-й, Фен, солдат Роше, это обычный солдат Роше. Может, что-то, Бьянка? Хрен знает. Вы что-то отмечаете? Большую победу! Интересно. Мы уделали этого Вию Паттиса, или как его там? Фен отрубил ему башку и приставил к заднице. Вы вели себя как скоты. А что, поиграть нельзя? Это ж деревянная кукла. Давайте лучше сыграем по-нашему. Точно! В ножички! Сыграешь со мной? Ну давай. С удовольствием. Пьянка против ведьмака. Ребята, делайте ставки. 10-1 на пьянку. И что там за игра? Куда, когда целиться? Ясно. Так, понятно. Кинуть, нажмите R, чтобы вы... Чего? Давайте еще раз, это что-то пока не успел прочитать. Вот они, скоты! Надругались над статуей Виа Паттиса! Навилы их! Думаешь, что говоришь, смерть? В чем дело? Такое дело. Мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Виа Паттиса! Солдатня надругалась над богом нашим! Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые, один хер! Сучьи дети вы! Ублюдки, все как один! Что ты сказал? Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку. Выпей за мое здоровье. За здоровье ублюдка Вернона Роше. Вернон. Говеная посуда в этом вашем Флотзаме. Недостойные героя, но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво. Ублюдок угощает. Геральт, сделай что-нибудь. Ну это я его остановил, да. Верно. Хорошо, пусти его. Или оставь его. Оставь его, не нужно. Ты не понимаешь. Сегодня вам повезло, собаки паршивые. Убирайтесь отсюда. Пойду подышу. Не удалось убеждение. Ты слишком суров, Кроше. Не люблю садистов. Понимаешь,
У Вернона не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе, как ублюдком, его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем, выпьем. Ладно. Идем. Помните, как мы ждали подкрепления в пещере? Еще бы не помнить. С голодухи торф жрали. Вот это были времена. Так выпьем же за питательный торф. Опа. Так, блин, мне давайте. Как насчет небольшого состязания? Кто победит Геральта на руках, получит бочку пива. А если победит Геральт? Тогда я отдам тебе свой меч. Старый, ни одну башку снес. Сейчас таких не куют. По рукам. У меня в горле пересохло. Налейте там кто-нибудь. А помните, я раз побился об заклад с лейтенантом, что оттрахал 4 эльфов за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. А я б смог. Ты-то сможешь. Да кто ж тебе даст? Ну что, начнем? Посмотрим, сумеет ли 13-й совладать с ведьмаком. Что-то мне напоминает первого ведьмака. Вечеринка в доме у Шани. Да ведь? Напоминает очень сильно. И другие подобные моменты, которые были в ведьмаке первым. Есть, победили. 13 число несчастливое. 13-й. Придется еще потренироваться. Слабоват ты для ведьмака. Иди ты. Эй, налей кто-нибудь. А помните, как я однажды на коне на дуб въехал? Не припомню. А ты выпей. Глядишь, парень-то и освежится. Ну, ребята, теперь фен против ведьмака. Ну, давай. Кто кого? Только все уже расплывчато так, довольно. Есть, победили. Ну, Геральт, награда твоя. Пусть тебе служит. Ну, ладно, ладно, сохрани на память. Надеюсь, в третьем ведьмаке. Наше здоровье. Прям как после битвы под Ох, и нажрались мы тогда. Все поле битвы заплевали. Верхом на шлюхах и в рай. Надо такая. Крутит головой эта кабьянка. А, ну вы даете вообще. Че вы говорите? Че, все? Вот наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. Я бы лучше вспомнил. На несколько аренов я, может, что и скажу. А у меня есть и несколько аренов вообще? Ну, держи. Оно есть так-то. Сколько? 2-3? Маловато будет. А сколько тебе надо-то, блин? 35, что ли? 35 хватит? Держи. А теперь говори. Сходи в бордель к мамке. Она все расскажет. Кому вообще? Похмелье поговорить с Гарвеной, бордель, мадам. Ну да, квест тем самым мы уже начали проходить, видимо. Ладненько, пошли. Ну вообще, ну... Одни штаны только, все. И где вообще оказался? Далековато от того места, где мы там были до этого. Чё-то мне это все напоминает, конечно, это квест этот. Вечеринка в доме Шани в первом Ведьмаке, помнится, была. Еще, по-моему, один момент какой-то был, что ли, с... где-то мои учебные, они там все напились. В общем, чем закончился довольно печально. Ну, печально, не в таком, конечно, плохом смысле. Довольно, конечно, весело, курьезно получилось. Да, деньги это не пронем, а вот всю броню, блин, оружие. Куда дели? Инвентарь там пустой, наверное.
Или нам сейчас заново надо будет все надевать? Блин, да мы... Какого фига? Чего? Че, мне все отобрали, что ли? Точнее, куда все делось-то? Так, вот таверна. Начнем сюда, что ли, или... Куда? Блин, потому что квест пометится. Точнее, это там... Сейчас. Так, так, так. Давай-ка. Куда нужно идти? Сюда? Не, да... Мне вообще-то не... Открыть дверь хотел, а не огонь разжигать. О, Араши на месте. А где это? Она наверху, что ли, или внизу надо спускаться-то? Где нам ее искать? Не пропусти слева. Не понял, что-то я. Может, сюда надо идти? Или наверх, на самом деле? Извините. Чего? Блин, где нам ее искать-то? Ай, черт тебя дери. Наверное, все-таки наверх нужно будет идти, на второй этаж. Черт тебя дери, куда же идти? Сюда? Черт, я не пойму, куда конкретно. Блин, не ту сторону, что ли? На второй этаж, что ли, надо? Видимо. Так. В общем, сейчас мы этот квест пройдем быстренько и закончим эту серию. Такой диван нашли? Нет, это другой персонаж. А, блин, не сюда, не сюда. Я, кажется, понял, куда надо идти конкретно. Здрасте. Дрыхнет. Рука через текстуру прям пролетела. Здрасте. Да, эй. Так его зовут. Так, мне вообще на каника не было идти. Черт возьми, я не туда попал. Блин, где? Внизу, что ли? Да где же ее искать-то? Она внизу, блин, я не пойму, что-то по карте, ни хрена не пойму, куда. Блин, карта, давай-ка. Что-то я же заблудился, где ее искать? Черт возьми, где же ты, блин? А? Да эй, блин, ну только я не пойму, куда идти-то. Где же она там? Искать-то надо. Нет, где тут, там вот. А где? Что-то не могу не понять. Она где-то, может, где-то внизу, нет? Нет. Черт, я что-то не найду никак ее. Где, может? А, так, нет, не здесь. Блин, как будто она... Где блин, ее искать-то? Блин. Черт. Я не могу понять, где ее искать. Сверху, снизу. Черт, тебе дери. Заблудился. Карта, блин, хрен поймешь, куда... Куда это показывает. Где-то вот здесь вот должна быть. Так, блин, ну... Чего оставить, забрать вещи? Нет, там это не надо. Так надо найти эту горвену, но где ее искать-то? Может сюда? Может. А, вон она где. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Скажи, что вчера был, я ничего не помню. Кажется, ты лучше всех знаешь, что тут вчера творилось. Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает даром. В борделе, тем более. Ну, давай. Сколько ей там надо? 35, может, хватит? Ладно, говори. Вы пришли сюда впятером. Лучше сказать,
приползли на карачках. И я полз. А как же? Один из этих синих заказал 5 девочек. Я дала самых лучших, потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели вести вас в порт. Быть такого не может. А ты спроси эту девку в мундире. И Бьянка тут была? Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там? Поговорить с Бьянкой. Да вы издеваетесь. Чего еще здесь происходит? Ай, ладно. Пошли. Так, ну мы думаем и с нами где ее искать. А, может только перед этим ка. Деньги вперед. Угу. 106. Так, ладно. Так, ладно, нам нужно вообще-то найти эту Бьянку и все-таки выяснить, куда у него в итоге делать. Погоди, у него. Ладно. В общем, еще у него что-то пропало, смотри-то. Как видно. Так, мы вообще не с той стороны даже вышли. Так, ну, теперь можешь сюда идти, наконец. Только никуда вообще вся броня делась. Где, ну, как нам, в общем-то, ее вернуть-то? Это... Что? Что? Да ничего. Может, конечно, человек спросить, потом уже это, но... Ну, ладно. Как ты стал солдатом? Как ты оказалась в синих полосках? А что? Слишком то, что ты красивая или солдата? Ты красивая девушка и... И что? Я не дворянка и не купеческая дочка. Мордашка у меня смазливая, верно? Только что мне светит? Быть прислугой в придорожной корчме? Или трудиться, не покладая рта в борделе, вроде здешнего? Лучше уж эльфам горло резать. Убийца королей — это не просто Скайтейль. Человек, которого мы ищем, намного опаснее Скайтейли. Не сомневаюсь, если уж он обошел Геральта из Ривии. Это было не первое покушение на Фольтеста. Одного такого я уже убил. Их может быть больше. Если кто-то и испугается, то точно не я. Я солдат, потому что я хорошо знаю свое ремесло. Ты никогда не мечтала о другой жизни? Чижик, стрелок наш, пробовал как-то землю пахать. Только руки у него к такой работе не приспособлены. Зато он всадит мне между глаз арбалетный болт с 80 шагов, да? Со 100. Я пыталась готовить, шить, улыбалась, словно кукла, разнося пиво в корчме. Но все это не мое. Ладно, так, как тебе, Фонзо? Хорошо тут, а? Мне такие места больше по сердцу, чем дворцы и замки. Здесь выживает сильнейший. И здесь всегда знаешь, чего ожидать. Да, мне здесь нравится. Так, зачем ты убиваешь нелюдей? Твоя ненависть к Скайтаэлям — это что-то вроде мести? Ты совсем меня не знаешь, Геральт. Люди, нелюди — не имеет значения. Нас отправили сражаться со Скайтаэлями, и мы выполняем задание. Это обычные лесные бандиты. Если среди них есть люди, я буду убивать их точно так же. Ну ладно, хотя бы это радует. Так, убийца короля — это не просто Скайтейли. Ну, по-моему, уже говорили так-то. Человек, которого мы ищем, намного опаснее Скайтейли. Не сомневаюсь, если уж он обошел Геральта из Ривии. Это было не первое покушение на Фольтеста. Одного такого я уже убил. Если кто-то из... Так, ну то мы точно, да. Повторяемся. Так, а мадам рассказала мне про вчерашнее... Я разговаривал
Уэллс, мадам, это все правда? Я пыталась вас успокоить, но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. Вот дерьмо, где мои вещи? Ты их раскидал тут везде. Я все сложила в сундук у окна. Спасибо, Бьянка. Да, задание выполнено, похмелье. 50 очков уровня. Это опыта получаем. Точнее, а где этот... Какой шкаф-то? Шкаф какой? Вот этот, что ли? Нет, не он. Может, там какой-то. Блин, где этот шкаф-то? Где шкаф? Так, погоди, меч Скрейдена. Этот, что ли, наш был, нет? Наверное, все-таки это все наше, да? Или нет? Мне кажется, все-таки это наше все. Так, надеюсь. Так, Арандит. Так, о, мечи Скрейдена какой-то нашли. Ну, он, конечно, хуже по характеристикам. Ну да. Если только продать можно. Так, блин, частичный чёт, мне кажется, мы... Нет, нет, все на месте. Так, пункты у нас были, да? Вот эти. Угу. Так, какие-то эти... Так. Не, по-моему, вот эти у нас были. Закреплённая кожа. Трофей наш... Так, и рано. Ну, все более-менее так-то вернули на место, кажется. Радует. Так, вот только эти бомбочки надо будет еще поставить. Так, и что там еще было-то у нас? А, так. Ну, в общем, все так-то. Более-менее. Весело, в общем, получился. Веселый квест получился такой. В общем, довольно такой... В общем, серия-то я там думаю, так и... В общем, на этом серии мы давно закончим. Таким-то образом. Так. Все, да, больше нечем разговаривать. Ладно, выходим и... В общем, этом серии данную по номерам, которая будет какая-то... Блин, забыл уже. 18-я серия. Вот такая получилась довольно занятная серия, где мы... Вначале нее били с Кираном. Довольно сложная битва получилась, но мы с ней, в общем, с этим Кираном справились. Через сколько-то попыток, если что, там я некоторые смерти все равно, думаю, вырежу. Но большинство смерти, в общем, смерти точно оставлю какие-то, но не все, потому что, ну, слишком это долго все займет времени. Видео слишком большое получится, и, в общем, не стоит это. Так все равно будет там все видно, все мои попытки. Такие довольно более самые интересные смерти, самые интересные, в общем, попытки я оставлю. Я так некоторые, в общем-то, просто вырежу. И тем самым прошли еще один квест, похмелье называется, такой веселый квест. Вот. То есть довольно была напряженная битва с Кираном, и в этой серии и веселый квест отдых от Кирана, квест похмелье. Вот так вот. Такая, в общем, получилась довольно необычная серия. На этом все. В следующей серии продолжим уже проходить сюжетные квесты. Как обычно, первая глава у нас продолжается. Это с вами, в общем, был Михаил. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику, без мата и оскорблений. На этом все. Всем до скорой встречи, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи, до скорой встречи и всем пока.